אנחנו קוראים בכתבי קודש ביטוי בבל. Мы читаем выражение в святых писаниях Вавилон. Ма зе бавел? Что значит Вавилон? Зе ло ир шая шам байзор шел Ирак. Это не город, который был в Ираке. Камуван ир гам. Конечно, город тоже был. Аваль бамуван шела итгалут. Но в смысле откровения. Зе ютер ра ше миштахререт ми бней адам. Это зло, которое высвобождается из людей. Ве мошехет. Рашел Сатан. И привлекает зло дьявола. Агав Сатан зелорак мишу эхад. И Сатана это не кто-то один. Бамувана Танахи. В танахическом смысле. Сатан зе мале малахим векохот шемитнагдим лебне адам. Сатана это много власти и ангелов, которые противостоят человечеству. Векен эфшар лагид ше бамикре шелха зе Сатан, аваль бетах шам эйзешу шедо, эйзешу Возможно, и можно сказать, что в твоем случае это дьявол, но это какой-то, может быть, бес или какое-то положение специальное. Окей. Кама милим микитвей кодиш. Несколько слов из святых писаний. Аз они каха бешлов алахти ми מפרק 13 עד 14 ו-15. Я прошел 13-14 главу. וכאן בפרק 16 אנחנו לומדים על מכות. שבאות משמיים. И в 16 главе мы учим о казнях, которые приходят с небес. אני לא רוצה לקרוא את זה עכשיו. Я не хочу читать. אבל תמונה מאוד מאוד דומה מה שקרה ביציאת מצרים. Но очень похожая картина на то, что произошло при выходе из Египта. אתם זוכרים עשרת המכות? Помните 10 казней? והנה האימפריה של רע נפלה. И вот империя зла упала. Мицраим זה כמו סמל של עולם הזה. Или Египет как символ этого мира. אבל בבל זה משהו יותר מסובך. Но Вавилон это что-то более сложное. זה לא רק סמל של עולם הזה, התאוות בשר. Это не только смысл этого мира, похоть плоти. זה גם ההסכם שלנו. Это наше соглашение. ללכת ולעשות רע. Идти и делать зло. לצערי הרב, כמעט כל אחד מאיתנו. К большому сожалению, почти שם, каждый из нас. שם ופה היה מעורב באיזשהו רע. Тут и там был вовлечен в какое-то וזה зло. וזה לא רק היה חטא חד פעמי. Это не был грех, а однажды совершенный. לפעמים התמלאנו בכעס. Иногда мы наполнились злом. כמו שישוע אמר. И как Иешуа говорит. לא רק להרוג זה חטא. Не только убивать это грех. אלא לחשוב בשנאה זה חטא. Но думать с ненавистью это грех. אני בטוח שאם אנחנו עכשיו מתחילים לזכור. Я уверен, что если мы сейчас начнем вспоминать. לא פעם ולא פעמיים בחיינו היו מחשבות. Не раз и не два раза в жизни были мысли. שהייתי לוקח אותו או אותה. Что я бы ее или его взял. והייתי חותה אותו בחתיכות. И просто разорвал бы на части. זה כמו אורג. Это как убийство. והדברים האלה מתוכנו משחררים כוחות, influence, השפעה. И это высвобождает из нас влияние. שגם מסתובב בעולם. Которое крутится в этом мире. זה הכל בבל. Все это Вавилон. קומבינציה של אויב ושדים וגם רצונות וחטאים של בני אדם. Комбинация врага и бесов и похоти плоти.